эфир, мои люди будут тебя смотреть. Короче, вот. Как я поняла, что это точно хозяин, но у нас вышла девочка, соседка этих ребят. Саня в эфире. Вот. И можете она вышла и... Через мой эфир смотреть Саня. Ее. И она вышла на нас и говорит: так и так, я знаю, что это за собака, просто я как поняла, у хозяев нету инстаграма. Такая красивая. Саня. Саша в эфире, да. Давайте все выйдем с собой в эфир и придем ко мне. Ты что вообще? Мне просто двойной эфир, можно и меня, и тебя. Понимаешь? Дела хорошо. Нет, не совсем плохо. Естественно, как Гастя, истинный хозяин, сразу начал очпокать. Это они так выражают, что они вот главные и так далее. А Симба очень... Ну, они его на самом деле как бы приняли, но начали, знаете, так подтрунивать чуть-чуть. Эш! Эш! Саня, я не знал, не ожидал, что ты примешь. Я даже одеваю шлем по такому случаю. Саня, когда открываешь в Одессе свой зал? О, Одесса. Ну, скоро, скоро. Как экзамен? В следующий год. Я думаю, в следующем году будет уже. А вы хаски нашли, да? Круто он поет, кстати. Хозяина нашли. А ты в Одессе живешь? Не, Харьков. А, Харьков? А зачем почему спрашиваешь про Одессу? Да я тебе еще давно писал. Ты сказал, да буду открывать скоро летом. Так ничего не открылось. Не, ну там сейчас занимаются ребята у меня, мои друзья. Да? Ну когда можно будет посетить? Я думал, уже в 2019 можно будет посетить. Да? Ну я буду. Эш! Когда будешь в Одессе? Я думаю, что летом. Да? Ну все, ждем, Саня. Давай, ждешь в Харькове. Давай, давай, спасибо, давай, на связи. Давай, давай, дружище. Экзамен по диджеингу. Все, я пошла. Наши люди в Харькове, эш. Мне нравится мейк у моей жены. Старик, старикашечка. Так. Сейчас Саня у нас будет диджеем, она, вернее, я пришел, видишь, какой у нее образ? Образ? Распиздящий. Это я сказал? Блин, я отвечаю, вырежьте это, пожалуйста, вы это не слышали, по-любому. Фу, это то же самое, если бы ты сейчас рыгнул. Это же то же самое, если бы ты сейчас бабахнул. Куда? На, забери, пожалуйста. Сам выкинешь. Ну, возьми, молчок. Пожалуйста. Пожалуйста, я говорю, забери, пожалуйста. Такая модная. А ну покажись. Тростинка. В общем, если что, у нас на прибивке теперь будет свой личный диджей. На тренировках и везде. Не надо будет никого брать. Я ничего не говорил. Саня не знаю, почему вышла. Собака дома сама. Так, кто у нас там добавляется? Давайте глянем. Сейчас будем народ добавлять. Опа, поехал. Соединение пошло. Да мы не ругались. Хаски супер, так поет, воет. Предупрежу, чтобы леска не уходила. Вообще, что-то так, что-то там не добавляется. Связь видно тут дерьмовенькая. Хаски круто. Камчатка. О, здорово, здорово. Пашу тренировки, давай приходи на субботу. В эту субботу на тренировку предупреждаю. В 3 влога буду снимать, так что подтягивайте все, у кого есть майки наши.